Всем привет! Вы на канале Новости Казахстана. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. А мы начинаем. Заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову задержали по подозрению в получении взятки. Также сообщается, что вместе с Хаменовой задержали главу управления культуры региона Акылбека Рыскалиева. Обоих чиновников подозревают в получении взятки в размере 5 миллионов тенге. Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции Казахстана. По предварительным данным, взятка является откатом от тендера. Как сообщается, тендер проводился на установку памятника Абаю на сумму 150 миллионов тенге. Это был первый транш в размере 15 миллионов тенге. Дверь кабинета Хаменовой опечатана. Ранее Бакытгуль Хаменова прославилась в сети. Когда в бытность депутатом Мажилиса весной 2017 года выступила с предложением дать столичному аэропорту имя тогда действующего президента Нурсултана Назарбаева. Выступление Хаменовой казахстанцы сравнили с манерой диктора в Северной Корее, торжественно сообщающей о запуске спутника. Выдающийся вклад строительства нашего государства. Первого президента, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. А также отразить имя Ельбасы в наименовании столицы и других важных объектов страны. В ходе всенародного обсуждения проекта конституционной реформы наши избиратели высказывались в поддержку данных инициатив. Звучали предложения о присвоении имени первого президента международному аэропорту Астаны. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.